Центральную библиотеку открыли 1 августа 1953 года. За это время она сильно изменилась. Неизменно осталось только то, что она уже 70 лет пользуется спросом у местных жителей. Для того, чтобы поздравить учреждение с юбилеем, пригласили сотрудников из филиалов округа и читателей. Мы, конечно, подготовили праздничную программу. Разные артисты придут со своими поздравлениями. Театр «Атмосфера», тоже театр-студия «Маска», инклюзивная студия «Колорит». Все подготовили музыкальные подарки. Также пришли поздравить библиотеку с днем рождения почетные гости. Заместитель главы администрации округа Татьяна Квасникова выразила слова благодарности сотрудникам за их многолетний труд. Спасибо вам, друзья, за ваши сердца, за ваш труд, за то, что вы неутомимы, за то, что вы свято верите в то, что вы делаете, за то, что вы преданы нашему слову. С теплыми словами обратилась Ирина Архангельская и Лариса Лазарева. Желаем вам всего самого-самого доброго, здоровья вам, спасибо вам за ваш труд. И дай Бог всем нам и дальше. И читаю только вперед. Вы такие хорошие, молодцы. С праздником вас! Огромное спасибо всем коллегам, всем сотрудникам. Я от всей души вам желаю и вашему коллективу, всем филиалам процветания, творческих успехов, новых достижений. Спасибо вам за ваш труд. Интересная и увлекательная программа создала праздничную атмосферу, а Центральная библиотека будет и дальше развиваться и радовать жителей новыми творческими идеями. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.